Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Ну, что ты хочешь сделать с черными? Саша, найти и уничтожить. Да не смеши. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Давай послушаем Хантера. Сереженька, Сереженьку моего никто не видел. Сережа! Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Мам, а мам, а долго нам еще ждать? Пойдем, Артем, пойдем. Леша, боже ты мой, что же делать теперь? Где ты, Леша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Нельзя. Что с Алексеем? Петр. Леху кто-нибудь видел? Леху. Да, извините, не узнал. Вчера дежурил. В самом пекле оказался. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Не могу. И умирают. Добраться. Добраться. Не выходит. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как? Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём. Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Черт подери, только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хан. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед! Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Надежно! Нам их не остановить, Хантер!
огонь! Артём, с тобой все нормально? Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. Паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, кушает компот! Вот стоц! Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прекрасная музыка. Где ты вообще? Как же меня достало все это! Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Мама, ты была права. Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. Ну вот, этот мужчина, такой он позавший, оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена готова... Никого нет дома! Я был бы самым счастливым человеком на земле. Невозможно. Смотри-ка, кто тут такой чистюля? На нашей станции состоится собрание по вопросу создания военного союза со станцией РИС. Знаешь, как я за тебя по договору наши станции будут... А старый свой агрегат сможешь отдать бедным. Тоже умею. Сравни свою пукалку с моей волыной.
как хочешь. Что ты? Смотрите, опять нажрался. Давай. Ты что, блин, дуной с пустыми руками собрался? Дуй в оружие, ну и прибарахлись как следует. Привет, Артём. Так что у нас с этим новичком? Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху. Я вот никогда Москву не вижу. О, привет! Ну чё, как? Ладно, ты готов? Слав. Но ведь было метро и в других городах. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойны. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматривался. Тоже хотел бы сталкером стать. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Все тихо. Привет, Тём. Что за Поросенка, не хочешь приручить? Все, готово. Теперь опускай. Артём! Сюда! Давай, блин, быстрее! Ну. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Точно усмехнулся и повесился. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. По местам! Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все, удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, ну, да. Давай, двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается.
Я раньше частенько в полис ездил. Осторожней там. Но теперь туда так просто не попадешь. Как здорово кататься на этой резине. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне. Совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Голова. Как больно. Артём, что это такое? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой происходит, а? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очнее, Борис! Ай, бесполезно! А, вот! Стреляй по нему! Возьми мой дробовик!
Мы почти у блокпоста. Чуток осталось. Что тут такое произошло? О, блокпост! Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! За кого нам пить-то? Ничего. За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артем. Давай, Темка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно! Надо проверить. За удачу. Будет и за Артема. За тебя! Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Панели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар не попасть. Такая скука торчать на них трещобах на риске. Спасибо, короче, братан. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая Альдана Сыча. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. За Артема. Ну, когда они блокаду-то снимут? Надеюсь, скоро. Кстати, сходи-ка ты к здешнему оружейнику. Говорят, хороший мастер. Вы, грубые солдафоны, как смеете вы препятствовать мне? Подайте, я имею полное пуль. Право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Что ты сейчас сказал? Ты Артем? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной.
вон он сидит. Подойди-ка. Ну ладно, ты мне Артём, пора. Да? Пока. Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый груз. Искусство живет вечно. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем будет. Что за... Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь на стреме. Они по беспределу выступают. Добазариться не удастся. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работает. Смотри, не задень банки. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Тихо, ша.
нас гости, кажется. Ты давай в угол заныкайся и смотри, как профи работают. Владимирский Централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменивал. Но не очко обычно губит, а 11 туз. Бери перо, считай трофеи. Все ты выбрал. Пощады никто не желает. Да они тут баррикад настроили, но чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Вроде ничего нет. Что? У нас потери! Он по нам убьет! Одного нашего! Он дружбана моего убил! Мочи его! У нас жмурик! Что же за дебил такой? У нас... Слева! Стоять или бошку тебе разнесу, клянусь! Меня ранили! Прибежала! Thank you.
кинул! Я думал встретить на своем пути мутантов, чудовищ. Но простые люди иной раз ведут себя страшнее монстров. Сколько еще братьев по разуму попытается прикончить меня, пока я доберусь до полиса? Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там, мне еще жить охота. Зачем, мля, это делаешь?
Такая лестничка красивая. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Проспект Мира был все. А черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего и двинем. Девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Что за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. А ты, пацанчик, жестче, чем кажешься. Молодца. Ладно. Двинули вперед. Мы почти пришли. Главное, чтобы нас на пороге не сожрали с потрошками. Ну вот и проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Thank you.
упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Слушайся его, эти ребята вообще юмора не понимают. Хо-хо-хо-хо, какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоной. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри-ка, кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча! А я как раз... тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Ты двигайся. Стоять! Я с тобой разговариваю! Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками! Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разгребать, будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато... Слышишь, держи патроны, пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя... Москва, прием! Думаю, в питерском вот они... Самогонщик, наверное. Давай, все же ты не сосыдем и ворамся. Купи себе красивую одежду, почувствуй себя гламурным. Мама мне деньги не дает. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. В общем, от Сухаревской к ближайшей нужны патроны? Туннель очень долгий, потому
Аптечки, фильтры, холод. Работает как соковыжималка. Кровь так и брызжет. Ням-ням-ням. Пару капель. Удачный курс. Как хочешь, брат. Как хочешь. Гадал или подсказали? Хороший. Птицы из него даже нет. Так выделивайте свой мусор. И мое оружие. Оно в 100 раз лучше. Шедевр от дизайнеров с Кузнецкого моста. Вот. Свой пистолет. Иди, детишка, продай. Даже кидывайте свой мусор. Бери мое оружие. Оно в 100 раз лучше. А потом не успеешь моргнуть, как тебя внутрь затянет. Вот. Свой пистолет. Иди, детишка, отдай. Вот. Обратно. Свой пистолет. Иди, детишка, отдай. Поэтому сталкеры никогда к великой библиотеке по одиночке не выходят. Хороший выбор. Если один крепко смотрится, уговорил. Чтобы его в чувство привел. Ну и фиг с тобой. Нужны патроны? Тебе ко мне. У тебя нужного... Хорошая сделка. Этот проход открыт только для местных жителей и техперсонала. Вы должны уйти. Мам! А, мам! Что ты не подорожала? Налетай, разбирай. Вы слышали? На проспект Чурского говорит с военными, которые еще первые дни... Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Ну, конечно, жматяра нереальная, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все, выдвигаемся. Ударили секретным биологическим оружием. Вначале никто ничего не заметил. Даже тревогу не тихо. Дети у двоих родились, а когда заметили, почти нормально. Было уже боеприпасов у них хватало. Оружие, так они там же... Бурбон? Такие твари из лесу хотели. Он их описывал. Будто сам не знаешь. Этот лейтенант с глазами разговаривал. Ну, давай бурки проходи. Я еще с полгода их поймать пытался. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Вот дерьмо. Это Москва. Да. Приятно говорит с вами иметь Москва. Дело. Да станция ладно. Метро, проспект Шутка. Мира. Сегодня даже все на изготовку. Ворота открываются. Фу. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. У нас аварийная ситуация. Кто-нибудь знает, как называется наша галактика? Млечный путь. Но зеленым человечкам это ни о чем не скажет. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Эх, никто меня не слышит. Удачи. Спасибо. Надо валить отсюда побыстрее. Держи его! Держи! Бурбон, держи его! Держите их! Пошли, пацанчик. Чувство, когда после 20 лет в туннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. А теперь будь очень, очень настрёмный. А вот и счастливые, мля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось.
Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Мы когда базарились. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Давай, прыгай! Мне так не прёт, а? Придётся тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. Главное, Артём.